Кстати, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики. Ну что, кто сел на диету, кто начал постничать, кто к лету хочет похудеть, это у каждого кто. И сегодня я хочу приготовить, давно я хотела приготовить этот салат. Он просто самый здоровый салат. Салат здоровья, салат щетка, салат метелка, как хотите, но... Благодаря этому салату внутри наша вот эта вот, знаете, пищеварительная система вся очищается, потому что и морковь, и свекла, которые входят в состав этого салата, у нас будут сырыми, правильно. Но, знаете, взять просто свеклу и морковь, это как-то, ну, немножко пустовато. Как обычно, эти салаты делают с майонезом, но мы майонез использовать не будем. Поэтому я в своем салате использую еще немножечко кураги, чеснок, немножко зелени и орехи. Орехи, это если это салат здоровья, то понятно, что орехи это здоровье. Что я сейчас сделаю? Сейчас я натру сначала. Вот смотрите, я пропорцию беру таких, ну это один большой, одна большая свекла, буряк хотела сказать, и одна морковка. Вот два небольших бурячка и две морковки. Я натираю вот на эту терку. Она и не сильно мелкая, и не сильно крупную. Не на такую, а вот именно на такую. Натираю первой свеклу, потому что потом я немножечко маслом смажу, для того, чтобы все-таки не одна темная масса у нас была, чтобы видно было, где морковка, а где свекла. Сейчас я натираю. Хотите, одевайте перчатки, хотите, не одевайте, как хотите. Так. Натерла я свеклу, и сейчас что я делаю? Возьму чуть-чуть масла растительного, сбрызну эту свеклу немного, вот чуть-чуть, столовую ложку, и перемешаю. Это для того, чтобы свекла покрылась тонким слоем растительного масла. Я добавляю рафинированное подсолнечное, если у вас есть... оливковое, если у вас есть там льняное, конопляное, какое хотите, добавляйте. Понятно, что если вы используете из лен, грецкий орех, конопляное масло, с косточек всевозможных, виноградное масло, тыквенное масло, это будет только лучше. Все, вот так это выглядит. И теперь ничего я не мою, ничего, продолжаю натирать морковку прямо сюда же. Морковка готова. И чеснок возьму, тоже потру. Конечно, лучше на более мелкую тертушку, но я потру на эту. Вот так вот. Все. Терка нам уже не нужна. Все это оббиваем с нее сюда в салат. Вот видите, чеснока чуть-чуть, но пикантный такой привкус салат получит. Все. Теперь не перемешиваю пока ничего. Мы приготовим заправку, тогда я все перемешаю. Нарезаю сейчас чернослив. Хотите помельче? Ну, я бы советовала нарезать так, как вот натерта свекла и морковь, вот такими вот полосочками. И отправляю сюда. Три штуки хватит. И теперь беру зелень. Грубые вот эти части нам они не нужны. И режу, ну, буквально вот три веточки укропа. Прямо сюда. Укроп. И измельчу грецкий орех. Так, орехи. Не в пыль, не на измельчитель, а именно вот так вот чуть-чуть порезать ножом. И каждый по отдельности возьмите, чтобы не было нигде ни твердой перепонки. И не дай Боже, чтобы не было скорлупы. Потому что... зубы сейчас, стоматология очень дорогая. Поэтому я все время говорю, никогда не берите. Взяли вот так горсть и отправили в салат или в выпечку. Нужно каждое все перебрать, чтобы не было там твердой части. Смотрите, доказательство того. Смотрите, что у меня нашлось. Видите? Вроде бы взяла поштучно все. А где-то пристала шкарлупа и могла быть проблема. Так, вот еще где, так, чуть-чуть крупненько ножом вот так вот порезать. Но мелко не надо. Все, высыпаю теперь орех к общей массе. Перемешиваем это все. И сейчас приготовим заправочку.
Не, понятно, что морковочка немножко покрасится, но все равно в нашем салате видно, где морковка, где зелень. Смотрите, какая красота. У меня, конечно, много салата получилось, но ничего. И не расстраивайтесь, если у вас салат остался, и вот уже нету силы кушать. Да, понятно, это не майонезный, не мясной. Ничего страшного. Возьмете этот салат, если у вас он останется. Но я думаю, не останется. В пакетик заморозьте, а потом будете брать и на это будет как овощная основа для каких-то вторых блюд или для первых. Смотри, как красиво. Ну, красиво же, правда? Посмотрите. Ох, ложка упала. Так, теперь готовим заправку. Готовим заправку. Вы посмотрите, у меня даже есть оливье с грецкого. Вот видите, масло. Сколько медалей купила, стоит. Добавлю где-то, там у нас была столовая ложка. Много не надо. Жира сильно много не нужно. Дальше. Добавлю сюда ворчестерского. Ну, вы можете соевого. Можете добавить просто соль. Это я для соли добавляю. Дальше. Где-то поэтому столовая ложка лимонного сока. Вот так. Горчица. Вот у меня тут есть сколько? Вот пол чайной ложки. Больше нету. Начинаем все это перемешивать. Добавим сюда сейчас чуть-чуть перчика. Чуть-чуть, потому что это очень полезный салат. И добавлю сюда, вот у меня есть лен, перебитый в муку. Вы можете добавить чайную ложку льна. Ну, вот эту вот чайную ложку льна можно прямо в салат вот так вот. Вот. Так, перемешиваем. Сейчас добавим сюда, конечно, хорошенечко добавить мед, более полезно. Но можно сахар, можно не добавлять, как хотите. Сейчас попробую на вкус. Очень вкусно. Не буду сахар добавлять, все. А то и так сахара очень много. Кислинка, немножко горчицы, и все хорошо. Так, вот я это все выливаю. Это вот в мисочку сюда. Все выбирается. И перемешивается. Не надо, чтобы у вас масло прямо там стояло. Этой заправки достаточно. Очень довольно-таки ароматно получается. Вообще супер. Я вам скажу по секрету, что можно просто еще даже добавить вот перец черный молотый, лимонный сок сюда, а масло прогреть на сковородке и горячим вот так вот плюснуть сюда, то будет вообще классно. Так, все, ну у нас это салат как для сыроеда. Все, мои хорошие, все соединилось. Все, салат готов, мы можем его пробовать. Вот и все. Смотрите, казалось бы, такой простой салат, и нет, все мясо хотят. А вот так вот по ложечке на тарелочку положите каждому, и каждый покушает и скажет, какой вкусный салат. Смотрите, какая красота. Ну, давайте будем пробовать. Вот я беру все-все, что у меня здесь есть. И чернослив, и орешки, и морковка, и зелень. Все-все. Давайте будем пробовать. Замечательно. Мне, конечно, чуть-чуть хочется больше кислоты. Соли? Соли поменьше. Потому что это салат здоровья. И соли нужно вообще как можно меньше. Все, мои хорошие. Ничего сложного нету. Ингредиенты дешевые. У каждого они есть. И такой салат... Да, это не каждый день вы будете кушать такой салат, но приучите хотя бы раз в неделю такой салатик кушать. Себя и свою семью. Очень полезно. Смотрите, делитесь в соцсетях, заходите на семейный канал. Рада каждому подписчику. Но вы знаете, что я вас всех люблю и благодарна за то, что вы смотрите хотя бы одну рекламу. Для меня это очень большая-большая, как говорится, помощь и большой плюс. До свидания, до новых встреч. До побачення, до нових зустрічей. Будьте всі здорові!